здравствуйте. Небольшой опрос проводим. Как прожить до 100 лет? О, не знаю, наверное, нормально жить. Питаться, не пить, ну и все остальное. Хорошо, весело жить надо. Не пить, не курить. Мне кажется, и... Заниматься спортом, да. Хорошо питаться, хорошая экология и достаток. Потому что на маленькую сумму в кармане долго не проживешь. Вести спортивный образ жизни. Ну и питаться правильно. И жить весело. Ну, физическим трудом по возможности заниматься. Я в бассейн хожу, гуляю час-полтора в день. Нужно успокоиться, релаксировать и не переживать по всяким мелким проблемам. Нужно правильно питаться, любить друг друга, любить людей, в принципе, не курить и не пить, и тем более не употреблять наркотики. Здоровое питание, быть счастливым, душа, чтобы красивая была. Добро носить людям. Не пить, не курить. Молча. Здоровый образ жизни. Самое главное. Главное здоровье, а потом все будет. Это нереально. Вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Правильное питание. Высыпаться, правильное питание. Первое – радоваться жизни. Второе – следить, наверное, за питанием и за кругом друзей, как ни странно. Потому что эмоциональная часть, мне кажется, тоже очень важна. Заниматься спортом, откинуть все вредные привычки, но ходить гулять. Как прожить, не знаю. Не курить, не пить. И что-нибудь еще. И почаще, наверное, вспоминать про смерть, про то, что все близко, и оно вот прямо здесь. В этом мгновении, в этом моменте. И все. А 100 лет, не 100 лет, я не знаю, мне кажется, это не так важно вообще сколько. Можно 25, но главное со смыслом. Заниматься спортом, правильное питание, ну и, естественно, не курить, не пить. Это заниматься зарядкой обязательно, ходить. Ну и питание должно быть сбалансированное, правильно. Даже по часам будет все хорошо. Спортом заниматься. Что еще? Правильно питаться, наверное. Не совершать глупости. Гимнастика, гимнастика. И гимнастика, пожалуйста. Надо силу духа такую иметь, чтобы всегда быть оптимистом. Потому что жизнь тяжелая штука. Поэтому если мы будем так киснуть, то до 100 лет мы точно не проживем. Побольше спортом заниматься. Кушать здоровую пищу, без стресса, без волнений, быть в дзене. Жить дружно, но и думать только о хорошем. И всех любить, как я вас тоже обожаю.